Конвейер по производству водительских документов прикрыли сотрудники внутренней безопасности МВД. Незаконные центры работали в Ильичевске, Овидиопольском, Любашовском, Савранском и Ширяевском районах. За небольшую сумму там можно было быстро переоформить авто или получить водительское удостоверение. Все манипуляции проводились с участием сотрудников ГАИ. Центры закрыли, их руководители сняли с должностей, а материалы передали в прокуратуру. Виновных обещают привлечь к ответственности. В результате проверок деятельности в указанных центрах были выявлены численные факты порушений службовой деятельности, а саме це порушення в веденні документації, порушення при навчанні та видачі водійських посвідчень, порушення, пов'язані зі сплатою за послуги, які необхідно було сплачувати, фальсифікування численні у службовій документації, відсутність підписів, те, що призвело до закриття цих центрів. С начала года в данных центрах было выдано 3500 водительских удостоверений, то есть в среднем по 400 ежемесячно и 300 временных талонов на право управления. О неправомерной выгоде, полученной работниками с этой схемы, можно только догадываться. За быстрое получение, к примеру, водительских прав платили 3500 гривен. Граждане Китая, Вьетнама, Грузии приезжали именно в Любашовку для того, чтобы сдать экзамены, знания правил дорожного движения практически и теоретически, и получить водительское удостоверение.